Поздоровайся с ними. Всем привет! Мы в Ростове! Да, мы в Ростове. Вот так. Ты покажем, где мы живем? Да! Иди сюда, вот сюда. Иди сюда, вот сюда. Вот так у нас. Вот так. Вот так. Вот так вот. Никитина, скажи, пайк еваюции! Пайк еваюции! Пошли! Смотри, что там! Что там, что там? На меня посмотрели, как на дуру! Короче, ты меня снимаешь? Ну, даже не. Зашли в парк. Понятно, непонятно, в какой, ну, какой, конечно, революции. Что-то пока ничего интересного здесь нету, кроме деревьев. Что тебе в парке должно быть? Есть здесь биотуалет. Бушкина курихнул. Просто эти аллейки. Блин, ну хотя бы какие-нибудь революционные. Мы, короче, идем. Мимо театра. Чего имени мы не знаем. Вообще за театр тоже не знаем. Да, какой-то театр. Поверху пойдем? Ну давай поверху пройдем, что. Если нас не заластают там за что-нибудь. Снять просить меня за что? Тебя могут. А мне-то что? За яйца. Понятно. Нет. У нас бутылки закрытые. И мы вообще пить не будем. Ни разу. Да. А сейчас мы идем какую-то белую хрень большой. Трехногой. По-моему, это этот. Аляска лягушка какая-то. Только мега здоровая. Сейчас мы посмотрим на нее. Казанский академический русский большой драматический театр имени Качалова. Че? Ну повтори еще раз. Казанский академический русский большой драматический театр имени Качалова. Вот где мы. Можно на этой танце пойдем с тиганами? Да. Надо сразу танцы выбирать. О, фонтани. О, фонтани. Пошли смотреть фонтани. А мы там, наверное, не пройдем сейчас. Короче, хотели к фонтану сходить, к фонтану нас не пустили. Потому что там идет тренинг бизнес на дому. Даже я знаю, кому это пригодилось. А менты сволочи не дали нам пройти с пивом. Мы не пьем. Здесь очень большие дороги. Пока перейдешь по ним, с ума сойдешь. Саратов отдыхает. Саратову надо приехать сюда, чтобы посмотрели, как надо делать дороги. Ага. Мы пришли посидеть. Вот тут вот. На вашей горе. Мы не пьем. Вообще не раз. А волк и там вон волк стоит. День второй. Я хочу спать, я устала, я никак не дойду после вчерашнего дня. Собираемся сваливать. А теперь я буду сидеть, что мы сделаем?
Мы собрали много участников, небольшое количество зрителей, мы тоже радуемся. И что, друзья, пошла по поводу года, я занесу. На самом деле, на нашем фестивале «Лига России» был аплодис, аплодисменты. Я говорю, город Москва. Традиционную фамилию назвать сложно, но пусть будет Владивосток, говорит.